Чирик-чирик, блин. Мы единственные две птицы на сервере, понимаешь? Мы редкость. Они, короче, это, спаривались и слиплись, боже, они не могут слипнуться, это ж, блин, не это, не собаки. А ты весьма интересный молодой человек, извращенный такой. Не заводи птиц. Они просто постоянно... Напиши, что написать сиденье на стали уже. Чирик-чирик, блин. Я истерика. Прикинь, он просто потом туда вот любой другой вот кто залезет и кататься, просто будет скользить по этому дивану заднему просто. Ну как где-то сильно расстроился, блин. О, приехали. Приехали. Что, места нет, понимаешь? Сейчас, подожди, сколько ему заплатить надо? Заплати ему много. Ему так сойдёт, смотри, так бесплатно будет возить. Бип! Эй, детка. Эй, крошка. Ты такая сочная. Я бы... И я бы тебя поклевал. Да. Если мы там в такси обосрали, у меня птицы в такси обосрали. Да я увидел, блин. У меня все большое. Не трогай птичку. Не трогай моих птиц, сука, отстрелюй. Так, что, нам опять такси надо вызывать? А, меня опять бьют. Сейчас стоп, мы не сможем. Поехали на автобусе. Так, давайте отойдем, да, вон, на автобус. Ну, на автобус, но... Я, знаешь, такой, я свободная птица, и пошел. Стой, там поехал. А, они не исчезают, лол. А, нет, не исчезают, смотри. Или да? Че за хрень, смотри, попугай такой на переднем... На переднем сиденье попугай морду. Птичка, птичка, садись! Отлично. Все, поехали. Две птицы на переднем сиденье. Одна за рулем. Это просто вообще убейте. Что? А кто за рулем, Вол? Почему птицы за рулем? Пусти. Кто дал птице руль? Мы все умрем. Сейчас мы полетаем. Доедем сейчас. Я до нас. Кактус едем, да? Черт возьми. Я не знаю, куда ты везут. В этом городе две беды. Кеша, дурак, и дороги, блин. Кстати, вот где-то в Лос-Сантосе продаются эти машинки. Ребята, может, им птицы не нравятся? Да. Ай, автобус засрём ты. А чё, тут выходим? Я не знаю, меня выгнали. Опа! Меня выгнали. Садись еще раз, Лёва. Лёва расстался. Он выгоняет, главное, и садит обратно, чтобы мы ему на этого ли. Нам по соточке. Ну опять что ли? Не. Давай-ка ему автобус бахнем. Давай. Ну, обалдел, слышишь? Пес. Дайте я выйду. Нормально, но автобус мы не бахнули в итоге. Ну, в смысле, вы поняли. Бахнули, короче. Нечего бежать, птичек. Не доедет. Ладно, пошли. Он обидел птичку, пойдем отсюда, да. Пойдем искать машинки, они в этом городе где-то, наверное. Шинки искать. Блин, у меня только одна звезда осталась, теперь снова три. Ну-ка, сколько у меня уровень законопослушности? Сейчас, подождите. Давайте копов вызовем. Минус 47 просто. Не, копов не надо вызывать, что они меня арестуют. Или Лёву. Да, у меня одна звезда. Лёву не арестуют. У меня трость есть, мне пох. Лёву нельзя судить по человеческим законам, он птица, да? Да, я дикое животное. Как держишь? Да.
ветки. Да? Я даже не вижу. А вон краешек видно. Это у меня встал. Смотри, смотри. О, Миша. Да пошли. Боже, беги, Миша. О, иди сюда. Просто на копы посмотрите. Улыбаемся и машем, пацаны. Офицер! Офицер! Забери нас, да? Мы озабоченные птицы, говоруны. Всё, поехали, офицер. Не, ну я нахрен. Я преступная птица, блин. Я птица-эксбиционист. Слушай, давай, блин, а если меня посадят, у меня скин останется этот? Нет, наверное, скинется. Думаешь? Да. Там же ты в тюрьму хотел? Да-да-да, чисто от птицы, короче, в тюрьму, это что же тема. Ты знаешь, какой птицей ты будешь, Лёва? Да-да-да. Петушком будешь. Петушком, вот именно. В тюрьме нет других птиц. Давай за топор ломать. Господи. Я чисто проверить, можно ли с этой фигней. Ну, давай, ладно. Если что, адвоката найми себе. Подожди, дай денег, дам на адвоката. Адвокат! На меня надели наручники! На птичку наручники делали, как и надели. Так, давай нас обоих посадит. Офицер. Ну у тебя-то сколько там звезд? Я тоже хочу. Я туда хочу. У меня уже есть опыт в тюрьмы. Я тоже хочу в тюрягу. У нас звезды. Все, до свидания, пацаны. Ой. Не даем уехать, да. Давай, стреляй, короче, бей. По тачке. Да, давай, бьем, стреляем. Прощайте. Нет, почему? Меня арестуй тоже, я тоже хочу. Друзья. Ой, арестуют, пускай. Не бейте тачку, не бейте, не бейте, не бейте. Вон, у господина тоже. Он меня объявил в розыск, давай. Сади меня. Да он троллирует. Сука. Бага. Нет, попугай, не уезжай. Не уезжай. Прощайте, друзья. Нет, он увез его. Пошли сами сдадимся. Освободите его, сука. Кеша! А мне весело, меня катают, блин! Свободу попугаям! Свободу попугаям! Здесь участок, мы взорвем его нахер! Попугаям! Свободу! Че, посадили? Ну, сейчас определят. Мне вот просто реально интересно, скин этот скинется или вот реально... Нормально. Хреново, если скинется. Ну да, но если не скинется... Я сейчас всех посадит, если скинется, то мы, скорее всего, заканчиваем это все дело. Ну одна звезда там, немного ждать вообще. Так одна-то у тебя у нас по три. А, ну вы тогда подождите, нет, не надо таких. Че сказать, чтоб меня посадили, и вы там... Подойди, скажи, у меня... Офицера побей, да и все. Офицер! Я хочу, чтоб меня посадили. Пожалуйста, дайте мне звезд. Эй! Вон, убей этого, Тима! Да, мать, скинулся, смотри, я его скин. Сейчас подстрелю, а ты его добьёшь. Мусора. Скинулся. Ну, ё-моё, ладно, интересно. Я хотел попугаем быть. Чё, не попугай? В клетке. Ну, так и, говорю, скин другие там дают. Робу тюремную, типа. Прикинь, Лёва, мы хотели сесть, и нас не посадили. О! Все прискорбно весьма. Вот это сейчас у меня поворот был. Я, как обычно, увидел в больнице девушку, хотел к ней подкатить, начать. В итоге эта девушка резко превратилась в мужика. Оу, так, вообще. Такое бывает. Да. Это не Таиланд случаем, а? Это Лос-Сантос, детка. Ну что ж. На этом мы заканчиваем. Да. Нашу сегодняшнюю вылазку. Сколько тебе дали, кстати, времени? А я что-то не знаю, я что-то посмотрел, немножко посижу и закончу. Вот. Но зато у меня крутые зеленые очки. Вот. Свободу попугаям, господа. Всем пока и всем тортики.